вопроса, а что мы предлагаем сделать вот в какой-то ближайшей или среднесрочной перспективе для того, чтобы в России стало жить лучше и свободнее. Вот. То есть, по сути, программа носит такой социал-демократический характер, но ее, то есть, тут казус-то в чем состоит? Она носит социал-демократический характер, но мы все понимаем, что даже вот такая вот достаточно умеренная программа, которая, я надеюсь, отзовется в сердцах многих граждан России, вот, а ее воплощение невозможно без крушения нынешнего вот строя, нынешнего порядка в России. Вот. Правда, о том, как произойдет это крушение, мы деликатно умолчали, потому что это, там, возможно, уже статья Уголовного кодекса. Так вот, соответственно, манифест на ближайшие...